Под Харьковом горит один из крупных городских полигонов бытовых отходов. Пожар начался еще вчера. Огнем было охвачено 700 квадратных метров. Спасатели сначала заливали огонь водой, а затем засыпали тлеющие очаги землей. Сложность в том, что спрессованный мусор горит на глубине до 15 метров, и добраться туда невозможно. Сейчас отходы тлеют на 5 участках полигона.